Умножать мне спальню. Одним из счастливчиков, кому досталось жилье от государства по программе «Дорожная карта занятости 2020» стал Султан Астахов. Теперь 26-летний отец двоих детей с удовольствием приглашает гостей в свою квартиру. Еще несколько месяцев назад бывший воспитанник детского дома о собственной крыше над головой мог только мечтать. Я не могу словами описать, как я был рад. Мы пережили столько трудностей, переезжали из одной квартиры в другую. Слава Богу, что у моих детей есть крыша над головой. Моя мечта сбылась. Спасибо большое. Ежемесячная оплата однокомнатной квартиры по госпрограмме оценена в 3263 тенге, двухкомнатной – 4228 тенге и трехкомнатной – 5327 тенге. Право пользования квартирой дается сроком на 5 лет. По истечении срока арендаторы смогут выкупить жилье или продлить аренду. Дети сироты, из них большинство из них сейчас на сегодняшний день уже женаты, то есть дети есть, им очень плюс от государства, от программы. Я даже мы сами очень рады, что вот по республике самый объем у нас мы давали в прошлом году. Всего в 2013 году жилье обрели сразу 212 воспитанников детских домов. Специалисты Совета говорят, что и в 2014 году дети-сироты не останутся без государственной поддержки. На обретение жилья могут рассчитывать более сотни ребят.